В сети появились кадры задержания Райана Уэсли Раута, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа. Видео опубликовали в социальных сетях. Ранее стало известно, что Раута выдвинули обвинение только за незаконное хранение оружия. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч долларов. По мере расследования Раута позже могут предъявить и другие статьи, пишет CNN. Напомню, 16 августа возле гольф-клуба, где играл Дональд Трамп, прозвучали выстрелы. По данным Associated Press, в 400 метрах от Трампа агенты секретной службы увидели мужчину с оружием и открыли по нему огонь. Подозреваемый пытался скрыться на внедорожнике, но его задержали в кустах на поле для гольфа. Обнаружен автомат с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера. ФБР расценивает произошедшее как попытку покушения на кандидата в президенты. Сам Трамп в разговорах шутит, что из-за инцидента не смог завершить игру в гольф.